Всем привет, ребят. Проснулся, немножко проспал. Так, сегодня у нас коллекционер всех с 8 марта. Будет конкурс. Загружу видосик попозже. Так, что у нас за Коля сегодня? Ну, такое себе, честно сказать. Чтобы что-то было интересное, я бы не сказал. Трифит. Ну, то, что 8 эмблемка. Изворотливость такое себе, 20 осколков Реда Феникса, ну, рвение, в общем, такое. Особо ничего не интересного такого я не вижу. Так, ежедневка, ну, вот этот вроде неплохой пак. Кому надо поролить вечером, не вечером, а днем буду ролить, где-то через часика 2-3, поэтому ждите, отпишу всем. Ссылочка, как связаться, есть телега, есть ВК. Сегодня туда зайду. Так, что у нас тут? Ничего себе. Большой пак прям. Вот, кстати, дешевый пак. Десятые руки. Стрелок. Неплохо. В общем, довольно-таки неплохо. Ничего себе, видите. Значит, сегодня будет имбопад прям. Так, что еще есть интересного у нас? Набор весенний, базар, созвездие, бинго, императорская, открыть сундук. Давайте императорскую посмотрим. Я не забегал, не смотрел, что там хотя бы есть. Так. Вот такое себе. Так, и трата есть у нас, но ее тоже не поменяли. Ничего удивительного. Ну окей, поехали, попробуем собрать. Так, что там у нас второе место? Так, хорошо. Так, ну что, посмотрим, какой у нас сегодня рандомчик. Блин, когда уже по 1500 запустят? Паладин, нифига себе, Химка, Сердцеедка, Тесса. Прям имбопад. Все девочки падают. Кенди. Фрея, пиздец, ребят. Ну, что тут сказать, 8 марта, оно есть 8 марта. Это шок. Череп, ну череп, не совсем девочка. Ну, неплохо так, начало было неплохое. Но слизни, я смотрю, нифига не падают. Душек. Давай имбу уже. Ниндзя. Да. Фея. Ук. Ну, просто как-то жестко. Вот, Дракула. Бульдозер. Командора, ну, ребят, это однозначно подкрутка. Однозначно подкрутка на 8 марта. Одни девочки падают. Ну, смотрите, опять командора. Вот скажите, что нет. И Фрэнки даже, если его там немножко дальше ему волосики опустить, тоже будет похож. Всего лишь 8.15. Нифига себе, а сколько мы уже слили? 30к. Поэтому подумайте над тем, стоит ли. Ну, герои, конечно, вроде падают. Но это, опять же, падают у меня. Атлантикор Хранитель. Но Хранитель тоже девочка, оказывается. Триантик. Ара. Ну, такое. Ну, в принципе, относительно, я скажу, герои неплохо падают. Но опять же, это... Опять Триант. А когда Анубис будет? Когда будет Ледяха? Королева Гарпий. Блин, ну вот слизни не падают. Гаргул, Фрэнки. Опять Атлант. Пора походу идти в рейд. Купидон, рыцарь. Вот два слизня. Еще один. Угрома. Тесса. Так, ну начали слизни падать. Где-то 50к уже. 48. Да.
50к, ребят. Ну, в принципе, капитан Дрейк сейчас будет по-любому где-то плюс-минус, да. Итого собрать 52 тысячи. Ну, в принципе, за 52 тысячи, но трифида мы так и не выбили. Я бы не сказал, что тут имбовая, ну, 15 слизней ради пакта и рвения, ну, хотя осколки дают. Но опять же, через сколько вы соберете этого лазулю, неизвестно как-то. Как-то непонятно. Ну, в общем, как-то так. Поэтому, кто хочет роллинг, пишите в комментах. Будем ролить. Ой, в комментах, говорю, не в комментах, а пишите в телегу или в ВК. Ну, так. Давайте еще попробуем трифида словить. Леди Лео. Говорю, 8 марта. По-любому подкрутит королева змей. Бигфут, нифига себе. Дракос. Леди Лео опять падает. Командора третья. Ну все. Все с вами понятно. Ледяной феникс, блядь. Вот так вот, ребят. То, о чем я говорил. Все падает после того, как ты собрал слизни. Поэтому ждите. Так, опять медуза, еще один бигфут, ну это топовый роллинг, душек даже упал, тыковка, князь баба, никто не сомневался, Фрэнки опять, химера, ну все, Влад Дракула, вот так вот, итого мы потратили 76к, давайте уже добьем. До конца. Триант, Дед Мороз. Все, понеслась, ребят. Суккуб. Да. Слизни. Имка. Леди Лео опять упала. Жестко-жестко. Капитан Дрейк. Сноу. Неплохо. О, нифига себе, Седна даже упала. Ну, я не знаю, кого мы с девочек еще не выбили сегодня. Афина, Рибит, ну, тут все, ребят. Короче, мы раскусили схему IGG. Валентина, вот так вот, ребятушки. Вот так вот мы сделали это все. Все, ничего тогда. Жестко. Жестко, я бы так сказал. Так, ну давайте еще бегло зайдем, посмотрим, что там у нас делается. На китайке и на немке. На английском там, понятно. Там всегда, как все имбово. Так, китайка. Тоже за наем. Так, тут за паки продают бешеных героев. Понятно. В общем, все отлично. Бесплаточка. Бум. Так. И поехали еще на немку. Ну, такое, относительно. Но по ресурсам неплохо. Сейчас посмотрим, что тут у нас Бинчлёшт скажет. Events, Ribbon Talent. Ой, что-то дороговато, ребята, у вас тут Ribbon Talent.
Так, 7 евро. 75. Ну, нехило так дают, я вам скажу. 40. 50 баксов, считайте. Ну, такое относительно. Вот этот вот пак вроде неплохой, с розой можно собрать. Уже за один пак. В общем, вот так вот. Так, бесплаточка здесь. Тут у нас хенхер. Хенкер. Так, ну что, вот так вот. Пишите комменты, подписывайтесь, лайки, репостики. Всем удачи, всем пока. С 8 марта еще раз.